15 футбольных полей. Такую площадь удалось сохранить благодаря сортировке отходов на комплексе «Юг» всего лишь за один год. 270 тысяч тонн отходов за 12 месяцев прошли сортировку и обрели вторую жизнь на комплексе по переработке отходов «РТ-Инвест», который находится в Коломенском городском округе. Комплекс «Юг» стал первым современным центром по сортировке твердых коммунальных отходов в Подмосковье. Туда отвозятся отходы, в том числе и из Ленинского городского округа. Ежедневно на сортировку поступает около 830 тонн отходов, из которых порядка 46-47% получается тех ресурсов, которые могут быть вовлечены в повторный хозяйственный оборот и которые принято называть вторичными материальными ресурсами. Сортировка не прекращалась даже во время карантина. Режим работы был скорректирован с учетом соблюдения социальной дистанции между сотрудниками и перерывов на дезинфекцию помещений. Переработка отходов является одним из наиболее эффективных способов снижения нагрузки на окружающую среду. Поэтому РТ-Инвест строит и развивает комплексную систему обращения с отходами. В ближайшем будущем функционал комплексов расширится.